Kalo narajan jagatam param gurum tilokonathanatapad pankajam prayenamartha bhagavantam achyutam jakshante pasanna bibhinna chetasa Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakura Mahato Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakura Prabhupada сказал, что мы должны избавиться от влечения и отвращения к этому материальному миру. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, мы должны избавиться от влечения или отвращения к этому материальному миру. Те обусловленные души, естественно, они чувствуют какое-то влечение или отвращение к каким-то материальным вещам. И вот если они не избавились от этого чувства влечения или отвращения, они не могут начать харибаджан, это невозможно. Гаудия Гоштхипати Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что если есть, вы различаете гуру вайшнавов и бхагавана, считаете, что они отличны друг от друга, то вы вынуждены пасть. Если вы видите разницу между Верховным Господом и Его преданными, то тогда нет никакого вопроса совершения баджана. Такой человек с такими идеями, он принимает путь неблагоприятного. Шрила Прабхупад говорит так, он принимает неблагоприятное. И вот вы можете вспомнить ту шлоку, с которой я начал здесь, в этой шлоке из Бхагаватам, Шукадева Госвами говорит. Обычно, видимо, что есть люди в этом материальном мире, они не хотят совершать настоящий харибаджан. Они не хотят совершать харибаджан. Хотя этот Верховный Господь, ему поклоняются Брахма, Шанкар и все остальные. Его лотосные стопы поклоняемы всеми во всех этих бесчисленных мирах Шива Шанкар и все остальные души, они поклоняются Верховному Господу. Те, кто не полностью обусловлены, а свободны, они поклоняются Верховному Господу. И даже обусловленные, даже полубоги, они знают его славу, и, по крайней мере, выражают ему почтение. И вот в эту кали-югу люди очень неудачливы. Они не могут слушать прекрасных наставлений. Они не хотят совершать харибаджан. Если вообще они получают возможность совершения харибаджана, но не делают, не совершают этот харибаджан, в этом их неудача. И также я уже говорил вчера, что Шрила Сарасвати Такур говорит, что для обусловленной души мы должны проповедовать со смирением с Тринадапи. Если у нас нет чувства качества Тринадапи, то мы не должны пытаться проповедовать, а с этим смирением и обретя полную милость Гуру Варги, мы должны проповедовать только тогда. И что я сказал раньше, Брахма, он просит Нараду Махараджа: «О, Нарада, я дарую тебе эту Бхагаваттатву, это знание, но ты должен проповедовать этот Бхагаваттатву Вигьян таким образом, что Jatha Haru Bhagavati Ninam Bhaktir Bhavishvati.
Ты должен проповедовать так, что ты можешь сделать что-то хорошее для этого обусловленного мира. С ложным эго ты не можешь это делать. У тебя не должно быть никаких корыстных интересов. Ты должен помнить, что ты слуга Верховного Господа. Ты не ожидаешь никакой зарплаты от Него. Ничего взамен. Но говорится, что мы твои слуги. Вот в этом стихе, в Гопи-гите. Накхалу Бхаван. Гопи говорят. Гопика. Ланнано. You are not actually the son of Гопика. И вот они говорят, что ты не сын Гопи. Накхалу Гопика Нандано Бхаван. Акхила Дехинам Антаратмадри. Actually, Akhila Dehina Mantratmudri. You are a super soul sitting in everybody. Душа, пребывающая в каждом. So, O Prabhu, Akhila Dehina, everywhere you are sitting. Ты пребываешь везде. So, as per the inspiration of Guru Vaishnava and Bhagavan, Guru Bhagavana, we will have to carry out the mission. Мы должны исполнять их миссию. Миссию проповеди читания Вани настоящего, настоящее читание Вани. У нас нет надежды выражать какое-то ложное эго. Вчера я говорил, мы должны ходить здесь и там по милости Гуруваги. Мы должны путешествовать с корзиной полной абсолютной истины и держать эту корзину на голове. И когда мы путешествуем здесь и там, то кто-то может оскорбить нас, кто-то может выразить почтение. И такая ситуация, она не должна осквернять наши сердца. Это не должно осквернять наше сердце, поскольку у нас нет ожиданий получить что-то взамен от кого-то. Мы свободные слуги Верховного Господа, мы служим Ему по своей воле, мы не ожидаем получить что-то взамен. И вот эта миссия Шри Чайтаньи, мы должны исполнять ее все вместе. И мы должны проповедовать Шри Чайтанья Вани очень аккуратно и точно везде. И те, кто отставляют Шрилу Прабхупаду, те, кто отказывается от Шрилы Прабхупады прямо или не прямо, косвенно, those who are not going to reject Prabhupada directly, but indirectly. То есть есть люди, которые прямо, явно оставили Шрилу Прабхупаду, есть, которые скрыто. И вот эти обе группы, они вынуждены страдать из-за своих таких действий и встретиться с очень плачевной ситуацией в дальнейшем. И вот мы должны следовать наставлениям, которые дал Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад сказал нам, что мы не должны забывать, что саньяси значит. Мы не должны забывать, что саньяси значит. Саньяси, он всегда несет три данду. И вот три данда значит, мы должны наказывать наше тело, ум и речь. И таким образом мы должны помнить всегда, что мы наказываем свои органы чувств, мы принимаем обет ненасилия. У нас не должно быть враждебности ни с кем. Я уже сказал, что мы не должны привязываться или испытывать отвращение к чему-либо. И такое настроение мы должны развить. Три данды, значит,
смирение, всегда иметь смирение, и какие обеты мы должны принять, что мы такие без волонтера, нам не нужна зарплата. Мы будем служить Верховному Господу без какой-либо зарплаты и ожидания получить что-либо взамен. Такое настроение должно быть у нас всегда. Тринада Висуничи и Саньязрат, они не отличны. Хотя внешне можно найти, что Тринада Вибава, она применима для всех. И для домохозяев и всех остальных. Все должны следовать Тринадапи, особенно те, кто принял саньясу, они должны следовать Тринадапи всем сердцем. И Шрила Прабхупад говорит, вы можете вспомнить, что Прабхудананда Сарасвати Парамахамса Ачарья, он выражает смирение свое, и какое смирение в тот день я говорил. Нидхайотинакам падайорнипаттача каку шата ета дахам бримихе садхаву сакаламева бихайо чайтанна чанда чаране курутанураг. Данте нидхайотинакам падайорнипаттача каку шата ета дахам бримихе садхаву сакаламева бихайо дура. Чайтанна чанда чаране курутанурагам. Чайтанна чанда чаране курутанурагам. Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Дева Бхобасвихи. You see the humble mood of Прабхудананда Сарасвати. На смирение Прабхудананда Сарасвати, лучшего из Парамахамс. Тунгавидда Сарасвати. Тунгавидда Сарасвати. With so humble mood, so humble mood, he is speaking. Великим смирением он говорит. I'm going to catch a straw grass in my teeth and going to fall down on your lotus feet. Падаю к вашим лотосным стопам. Please, you all. О, вы все. And praying very cravingly. Я прошу вас. From heart. От чистого сердца. Please. Пожалуйста. You try to. Пытайтесь. Do bhajan. Совершать баджан. You try to leave everything. Пытайтесь оставить все. Whatever affluences you have, что вам мешает, whatever все богатство, property you have, whatever belongings you have, всю собственность, что you вас should есть, throw вы должны отказаться от этого и прийти с Нишкинчан Бавой. Мы должны прийти с этой Нишкинчан Бавой к лотосным стопам Гуру и Вайшнава, чтобы служить им. Чтобы служить Шри Чайтанья Махапрабху, мы должны быть очень осторожны и внимательны всегда и следовать этому настроению. Шрила Прабхупад говорит, смотрите на умонастроение Прабхудананда Сарасвати, он также Триранди. И я прошу вас, все мои друзья, вся моя Шикша Гуру Варга следовать этой процедуре, поскольку эта процедура, она уникальна, через которую мы сможем достичь успеха. Это уникальная способность проповедников в том, что он думает, что я ничего не сделал ни для кого. Я не сделал никакого служения, я полностью провалился, провален в этой миссии. И вот вчера я говорил о том, о Экаян Пантхе. Я также говорил, что Экаян Пантха значит любые преданные. Любой преданный, который хочет совершить какое-либо служение, он должен прийти к лотосным стопам Садгуру. И все его качества, все его усилия, все служение, все должно находиться в... должно устремиться в одном направлении, чтобы достичь лотосных стоп Нитянанды или Верховного Господа. И такое умонастроение зовется Экаян Пантха. Мы
Гаудия Вайшнавы, мы верим в этот Экаян-пантху, но не все могут понять, поскольку они глупы. Можно вспомнить, когда Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, у него было много достоинств, но все же он молился лотосным стопам Ясадева Госвами, Вриндаван Дас Такур, благослови меня, чтобы я мог совершить какое-то служение. И по твоей беспричинной милости что-то может явиться в моем сердце, и в этом моя молитва. И никакой суеты, никакого беспокойства не должно быть в моем сердце, поскольку я принимаю милость от тебя. И это настроение в этом направлении Экаян-падьятия. Если мы следуем этому, то мы никогда не скажем, что весь мир потерпел неудачу в проповеди, а и только мы успешны. И те, кто следует этому Экаян-падьятия, те, кто дают наставление следовать этому пути под руководством садгуру и вайшнавов, они никогда не могут говорить, что все неудачны в проповеди, только они успешны. Если кто-то говорит так, это значит, что они сами полностью неудачливы в своей проповеди. Это доказательство этому. И таким образом они обвиняют в этом других. И если у них было бы качество Тринадапи, то они никогда бы не говорили так. И вот Шрила Прабхупад говорит: «О, мои друзья, я прошу вас всех, поскольку я узнал это от моего Парамахамса Гуру Шрилы Горкишвардаса Бабаджи Махараджа, это уникальная процедура». Мы должны быть более смиренны, чем травинка, и должны развить терпение больше, чем у дерева, и выражать почтение всем, и не ожидать этого почтения к себе. И исполнив все эти условия, мы должны совершать свой баджан, и это только, и если мы будем исполнять все эти условия, то тогда мы станем способными воспевать настоящую славу Верховного Господа. А если мы не примем этого, то тогда мы не сможем проповедовать по-настоящему, мы должны быть очень внимательны и осторожны. И поэтому Шрила Прабхупад, сожалея, говорит: те, кто различают между Верховным Господом и Его преданными, те принимают такой путь неблагоприятного в своей жизни. Amangal in their life, they cannot come out successful. They can go down and down and down. И поэтому они будут деградировать из-за вечного аппарата. Они не смогут стать никогда успешными. И Шрила Прабхупад спросит: о, мои друзья, любое количество уважения вы получаете где-либо, не только на Западе, также здесь. И любое количество уважения, которое вы получаете из какого-либо общества или от какой-то личности, или неуважение, если от кого-то ваш адрес исходит, это не должно задевать вашего сердца, поскольку вы должны помнить, те, кто выражают непочтение, они, эти люди материальны, их слова, они тоже материальны, когда они восхваляют нас. И если весь мир, он будет воздавать хвалу нам, то мы не должны уделять внимание. И вот мы не должны уделять внимание им.
И вот однажды кто-то, Махарадж приводил пример, что если кто-то говорит про нас, что какой-то гениальный человек или какое-то животное, то мы должны не привязываться к этому, поскольку те, кто представляет нас, они материальны, их слова тоже материальны, то есть не вечны. Или те, кто оскорбляют нас, они, их слова, они тоже материальны. А материальный звук, он не исходит из трансцендентного мира. Он заключен, он теряется в этом мире, но трансцендентный звук, он снисходит сверху, с самого верху, и если Шрила Прабхупад, он выражает нам какое-то почтение, то мы должны помнить, что Гурудев или Парам Гурудев, если они выражают нам какое-то почтение, какую-то хвалу и одобряют нас, как вот во время Шрилы Прабхупады была такая обычная практика, выражали почтение достойным людям и давали им какие-то титулы. Те, кто совершал какое-то служение в Гаудия Миссии, Шрила Прабхупад видел их, и во время Гуру Пурнимы, во время Вишу Вайшнава Раджа Сабхи, Шрила Прабхупады, он давал различные титулы достойным личностям. Кто-то Махаупадешак, кто-то Маха-Махаупадешак, кто-то просто Упадешак. И вот и другие титулы Шрила Прабхупад давал им, чтобы вдохновить их. И через эти уважаемые слова наша Гурварга очень и очень смиренно, они никогда не думали, что Шрила Прабхупад, он выражает нам такое почтение, что Маха Махаупадешак, это не значит, что кто-то настолько велик обезьяна, что может везде проповедовать. Нет. Они, наоборот, думали снова и снова, что сделать, чтобы развить больше смирения в себе. И Шрила Прабхупад дал нам такое указание, такой сертификат, чтобы, точнее, такой титул, чтобы мы достигли того уровня, чтобы быть достойным этого титула. Мы должны думать так, иначе Шрила Прабхупад говорит иногда: я не должен, у меня не должно быть, то есть мы не должны слушать восхваление самих себя от Гуру Варги. И это не должно появиться в моей жизни, что Гурудев, он восхваляет нас. Это плохо, это наша неудача. Если Гуру Махарадж ругает нас, как Шрила Кешава Госвами Махарадж, он однажды плакал и говорил: о, Прабхупад, вы ушли из этого мира, кто может прийти и отругать меня? И сказать, что я глупец, кто сможет сказать мне это? Нет никого, кто бы мог говорить так со мной. Я хочу слушать ваш голос, а вы ушли. И это смирение нашей Гурварги. Парампуджипад Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит в Харикатхе: о, мои братья в Боге, Шрила Госвами Махарадж, Бондев Госвами Махарадж, Бхакти Прадив Сикта Госвами Махарадж, они подобные, они исколесили буквально весь мир, чтобы проповедовать настоящее читание Вани. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что я очень горд, что все мои братья в Боге, как, такие как Госвами Махарадж, Бон Махарадж, Бхакти Прадип Тиртхам Махарадж, они потрясли весь мир своей проповедью. Они
проповедуют перед всеми, даже перед какими-то, вот, и как бы он Махарадж проповедовал этой английской королеве и всем остальным. И так нектар сможет снизойти на всех. И вот я Махарадж рассказывал, что проповедь может быть позитивной и негативной. И негативная проповедь очень быстра, а позитивная проповедь, она медленно, но верная. И у позитивной проповеди нету желания захватить весь мир. Шрила Прабхупад говорит, что мы должны быть инструментами в руках нашей Гурварги и Бхагавана. И мы под руководством Гурудева, мы должны всегда действовать, всегда, непрерывно. И вот наша проповедь может так продолжаться. И все триданди этой Гауди миссии, они живы в Мриданге. У нас нет права оспаривать Сиддханту Шрилы Прабхупады. Если мы будем делать так, то мы падшая душа. Это несомненно так. Те, кто оспаривает Сиддханту Шрилы Прабхупады, они падшие души. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто занимают положение Триданди Саньяси, этого Гауди Матха, они подобны живым Мридангам. Эта мриданга может играть везде, во всех странах, на всех континентах. И брихат мриданга сева, она тоже эффективна. Брихат мриданга значит вани сева, поскольку, когда я говорю, может, мало людей услышат нас, но мы можем надеяться, что после нашей смерти или раньше тысячи и тысячи людей услышат об этой абсолютной истине. Может, кто-то возмущаться будет, поскольку их ум не стабилен, некоторые находятся в мае, но какой-то день они осознают, что без какой-либо корысти Махарадж хотел спасти нас и даровал такую сиддханту. А если у нас есть какая-то неискренность, если кто-то стремится к тому, как почтению, уважению, but still you are going to chase him, beat him, catch him. This is your character, dirty character. So, Prabhupada speaking, all those sannyasis. И вот Шрила Прабхупада говорит, что все сannyasi, которые должны быть идеалом Гауди Матха, они подобны живым мридангам. И они могут отправиться куда-либо и там действовать и распространять послания Гауди Миссии и Шримана Махапрабху. Они могут так распространять послания Шримана Махапрабху по всему миру, может быть, медленно, но верно. И вот такое. Путь, он одобрен Шрилы Прабхупадой. И вот брихат мриданга сева, она очень важна. Через эту брихат мриданга севу Шрила Прабхупада хотел проповедовать течение Махапрабху в форме книг и журналов, чтобы весь мир обрел великое долговечное благо. И вот Шрила Прабхупада ушел, и мы должны помнить Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Такура. Они написали так много вещей.
и нам не нужно комментировать книги Шрилы Бхактивинода Тхакура, поскольку его книги сами по себе комментарии. А если кто-то будет их комментировать, то велика вероятность как-то это осквернить. И все мы должны делать под руководством Гуру Варги. Мы должны помнить, что я хочу напомнить вам, что когда Валабхачарья, он выразил ложное эго, что он сказал, что не может принять комментарии Шридхар Госвами Пада. И поэтому я написал свой комментарий, и в то время Шри Чайтанья Махапрабху очень разгневался. Он стал подобен огню. Как ты посмел избежать Шридхар Госвами Пада? Он Джагадгуру, он получил полную милость Нарсимхадева. И вот трансцендентная Сарасвати, она пребывает там на языке Нарсимхадева. И кто молится лотосным стопам Нарсимхадева, он может прославить Шри Чайтанья Сарасвати. И вот Джайдев Госвами, он также зависит от милости трансцендентной Сарасвати. Чинмай Чайтанья Вани Сарасвати. Bani in the form of Vishnupya Saraswati. So always and every time. И вот всегда и все время мы должны помнить, что нету надежды. Any false ego. We have no scope. That's why Prabhu was speaking. Брихат Мидандо. Шрила Прабхупад говорит, что Брихат Мриданга, она проповедует на большое расстояние, но мы не должны искажать учение Шрилы Прабхупады. Если у нас есть уважение к Шриле Прабхупаде, мы должны писать, говорить и проповедовать так. И то же самое, что сказал Шрила Прабхупад, и не менять ни единого слова. Может, представление немного разное быть, но учение не должно меняться. Когда Валабхачарья, он хотел выразить какое-то ложное эго, то Шри Чайтанья Махапрабху был настолько гневен и сказал, что ты подобен проститутке. Как ты посмел игнорировать указания Шридхар Госвами Пада, который Джагадгуру и получил полную милость Нарсимхадева, по милости Нарсимхадева, вся сокровенная суть Бхагавата там явилось в его сердце, ты оскорбляешь его, и поэтому уходи прочь. И после этого, когда Валабхачарья развил такое смирение и пришел и начал молить о прощении, и Господь сказал, ты не должен вести себя так, это запрещено. И как ты смеешь говорить так? Он великий. И те, кто пишут какие-то комментарии, ты можешь видеть, никто никогда его не игнорирует, а все уважают Вишу, как такие, как Вишвана Чакравати Пад, Мадвачари, все остальные, они следуют его комментариям и никогда не оскорбляют его, и у тебя тоже нет этого права. И таким образом Шрила Прабхупад хотел показать нам, научить нас тому, как стать достойной емкостью для того, чтобы обрести милость Гуру Варги и дальше проповедовать их послания. Шрила Прабхупад говорит, вы должны помнить ума настроение Прабхудананды Сарасвати и моего Гуру Падмы. Amar Prabhu. Actually, he is going.
И вот и пример Гоуки Шурдас Бабаджи Махараджа. И вот Чайтанья Махапрабху, он идеал для всего и всех. И тот пример, который он дал нам, мы должны принять его и никогда не нарушать его указания. И вот всегда, везде мы должны помнить, что когда Чайтанья Махапрабху шел в Урупи, и там Махапрабху спросил, вот он спросил, что сказал, что хочешь узнать о Садан Садья Татве. И тогда эти преданные с Мадхвачари Сампрадая начали говорить, и Махапрабху говорит, вы обманываете меня, поскольку вы, смотрите, вы говорите, что я Майвади Саньяси, и вы хотите обмануть меня. Вы не говорите о настоящей садан садья татве, уверен. И таким образом Махапрабху хотел изменить умонастроение их. И потом Махапрабху сам начал говорить об этой татве, и они были удивлены, что действительно это и есть то, что есть на самом деле. И вот наша Гурвага учит нас так, что как Сампрадай, Шри Чайтанья Махапрабху, есть много сахаджиев, которые заявляют о себе как о последователях Шри Чайтанья Махапрабху. Внешне они тилаки мало носят, но все они хотят доказать, что они последователи Шри Чайтанья Махапрабху, но Шрила Прабхупада доказывал обратно то, что они вообще не следуют. Шри Чайтанья Махапрабху являются сахаджиями. И также мы узнали от Гурваги, что в то время, когда Махапрабху пришел туда, то тем временем Сиддханта и Вичара Мадхвачари поменялось в процессе, и вот они говорят так, но Махапрабху со смирением хотел сказать и дать им пример. И это была техника его проповеди. Махапрабху хотел сделать вид, что хочет узнать у них об этой татве, но он, это была техника проповеди. И потом, когда он смог вложить в их сердца настоящее учение, это садан сатья татве, то они были удивлены и приняли это. Но и вот Мадхвачарья, он не может быть отделен от пути чистого преданного служения, поскольку этот Мадхвачарья находится в нашей сампрадае, Брахмадава, Гауди сампрадае. Maybe it was up to that point Madhvacharya was ordered by Supreme Lord, you have to go preach up to that part. After that some и вот представление может быть разное, но суть она должна быть одна. You have to know, clean. You have to make the way clean, road. Then other preacher coming, they are going to give about fine Rasadatta life. И вот они, и Мадхвачарью можно сравнить с тем, кто подготавливает почву для проповеди, и потом другие авторитетные его продолжатели его дела, они дополняют и более глубоко описывают эту Сиддханту. И вот Вриндавана Стакура он дошел до определенного уровня, поскольку это было указание Шримана Махапрабху, чтобы он только до этого уровня все сделал, и потом его следующий спутник Шримана Махапрабху явился и более глубоко описал все, более возвышенно. И вот процедура проповеди Шри Чайтанья Махапрабху какова? Я могу другой пример привести, чтобы вы поняли, что когда Шри Чайтанья Махапрабху достиг Варанаси, и тогда перед Майвади какое смирение Махапрабху явил.
Вы должны помнить это и не забывать, когда Махапрабху никогда не ходил ни в какие майвадские общества, но чтобы даровать им милость, Махапрабху был вынужден принять это приглашение от того брамана. И вот он принял приглашение и пришел, чтобы даровать милость этим майваде. И все майвади там, тысячи майвади, и их лидер ачарья Пракашананда Сарасвати. И вот когда Махапрабху дошел до туда, он омыл свои лотосные ступы в каком-то месте, где все ноги мыли. И вот он пришел и сел в какое-то скверное, грязное место, и саньяси спросили: почему ты сидишь в таком грязном месте, иди к нам. И тем временем, когда Махапрабху омывал свои стопы, и когда он сел в каком-то грязном месте на собрании, он явил такое сияние от своего тела, и те саньяси были удивлены, не стали кричать: почему же ты сидишь в таком грязном месте, иди, садись среди нас. Но Махапрабху сказал, что у меня нет права сидеть рядом с вами, я падший саньяси. У меня нет, то есть саньяса более низкого уровня из Бхарати Сампрадай, вы из более высокой Сампрадай. И те саньяси сказали, что не надо так говорить. Мы видим, ты выглядишь как сам Нараян. Ты сияешь как сам Нараян, твоя сила сама себе говорит, что ты сам Нараян. Это значит, что это значит, что Махапрабху был уже успешен своим смирением. Он уже растопил их сердце своим таким поведением. И действительно так, Махапрабху, он Мул Нараян, изначально Нараян, и как-то возможно для майвади понять и определить, что он Нараян. Как это возможно? Его, хотя они не верят в вечные качества Нараяны, они говорят, как, хотя говорится, что когда мы встречаемся с майвади, они, эти майвади говорят Намо Нараяна. То есть они как всех считают Нараяны. И какие-то глупые люди, они принимают их точку зрения. И какие-то майвади сам. Они говорят, что занимаются Доридо Нараяна Севой, то есть кормят бедняков, а к беднякам они относятся как таким Доридо Нараяна, то есть бедным Нараянам. Нараяна — это тот, кто полон шести достояний, а эти майвади говорят такую глупость, как бедные Нараяны. Для Нараяны невозможно стать бедным. А весь мир, даже премьер-министр за ними следует. А что говорить? Все говорят так, они не могут понять их жонглирование словами и их неправильное понимание вещей, мисконцепцию. Express love for all jivas, that is the topmost procedure to serve Supreme Lord. That's when they want to say there is no separate existence of Supreme Lord. И вот майвади говорят, что те, кто выражает свою любовь всем живым существам, это лучшее служение Верховному Господу. Но это показывает их концепцию, что
нет отдельного существования Верховного Господа. И вот вопрос в том, что если у вас есть... И вот, ну, к этим Майваде может вопрос такой быть, зачем, если они пытаются принести благо всем живым существам, зачем они убивают рыбу, козлов и прочих животных. Если они заявляют о себе как о самых милостивых и милосердных ко всем живым существам, то зачем они убивают животных тогда? Хотя, с другой стороны, можно видеть, даже на Западе выдающиеся философы, они приходят к тому, что нехорошо убивать живых существ. Not even ABCD of Sanatana Dharma, he wanted to speak. And I wanted to get clapping in front of whole public. And the publics are so idiot and foolish, they are clapping. It's quite impossible to touch the actual heart of Guru Vaishnava. So you can criticize Guru Vaishnava, it is your privilege. But be sure. И вот тот, кто критикует Гуру Вайшнавов, то Верховный Господь никогда не потерпит этого. Если вы оскорбите как-то Верховного Господа, то Верховный Господь когда-то простит вас. Как вот эти шлоки. Например, говорится, что если кто-то оскорбляет Верховного Господа, то его нам, Харинам, он спасет, простит такого человека когда-либо. То есть оскорбление в адрес Верховного Господа мог быть прощены молитвой ему и воспеванием его святых имен. Тогда Господь когда-нибудь простит нас, но Верховный Господь никогда не простит нас, если мы будем критиковать каких-то прекрасных преданных. И это невозможно, чтобы Господь простил нас, и таким образом мы видим, что весь мир он стремится к в неправильном направлении, и кто может спасти их? Только Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Если мы предадимся ему, и какой же признак самопредания, если мы поймем, что Махарадж говорит о Шриле Прабхупаде, о Кешаве Госвами Махараджи, о Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджи, каково доказательство, что я нахожусь в соответствии с Шрилой Прабхупадой и Бхактином Такуром, может быть, я обманщик. Кто может доказать это? Чистый вайшнав может доказать, что вы не находитесь в соответствии с учением Шрилы Прабхупады и его настоящих учеников, поскольку если бы вы находились в соответствии с его учением, то это учение, оно явилось бы вас, и его качества тоже явились бы вас. И это единственное доказательство, что вы успешны в своем баджане и в своей проповеди, иначе любую философию, которую вы хотите представить, вы можете отклониться от пути Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханты Сарасвати. Однажды Сарабинду Рай говорил: «О, Прабхупад, вы настолько удачливы, за такой короткий срок вы построили 50 гаудиматхов в Индии и за ее пределами». Шрила Прабхупад говорит: «Что вы говорите о 50 гаудиматхах? Я хотел утвердить гаудиматхи в сердцах всех живых существ в этом мире, а вы говорите всего 50». Put some restriction in their preaching. They cannot speak so clearly. Prabhupada speaking, I can show you. They are speaking. Потом он говорил, что у нас есть множество замечательных проповедников. Шрила Прабхупад говорит, что не все говорят с открытым сердцем, кто-то оставляет что-то для себя. Говорит не полностью, это в то время Шрила Прабхупад говорил. И какова же процедура проповеди? Махапрабху дает нам пример. Если мы действительно гаудии, мы должны следовать этому уникальному
гуру Шри Чайтани Махапрабху. Шрила Прабхупад говорит об этом, и поэтому мы уже знаем, что в Аштаке, посвященной Шри Чайтани Махапрабху, он дает урок всему миру, и Шри Чайтани Махапрабху являет свое смирение, и поэтому они вынуждены. Вот Махарадж возвращается к истории, когда Махапрабху к Майваде пришел, и вот они пришли, схватили его буквально, посадили вместе с ними. И вот в то время те Майваде спросили, что ты совершаешь санкиртану. Ты всегда совершаешь санкиртану. Мы знаем. Но почему ты не приходишь к нам, чтобы слушать веданту? Что плохого в этом? Ты всегда совершаешь нама санкиртан. Но вопрос к тебе. Почему ты не пришел к нам? Почему? Чтобы слушать веданту, что плохого в этом. И тогда Махапрабху со смирением сказал, что у меня нет способности, нет качеств, чтобы слушать веданту. И поэтому я не прихожу. Поскольку мой Гурудев сказал, что я глуп, и у меня нет права слушать веданту, лучше совершать санкиртан. И вот мой Гурудев сказал, что только образованные ученые могут изучать веданту. А ты глупый, поэтому повторяю святые имена, но и вот по указанию Гурудева я совершаю санкиртан все время. И я танцую и пою из-за экстатического чувства. Однажды я спросил у Гурудева, о Гурудев, каков удивительный результат этого харинама. Я повторяю харинам, следуя вашим указаниям, но это имя, оно сводит меня с ума буквально. Я танцую, пою. И как? И почему? И вот Гурудев сказал, что это результат санкиртаны. Ты достиг успеха. И это настоящий результат, настоящая цель санкиртаны. То, что ты обрел через санкиртан, ты обрел эту экстатическую, прямо божественную любовь, ты танцуешь и поешь. И не думай, что люди будут думать о тебе. И вот как Прохлад Махарадж, что он делает? И вот Прохлад Махарадж танцует и поет, и не думает, что кто-то будет думать, что я сумасшедший, пускай не думают. Кто что говорит, я не заинтересован в этом. Если мы обретем прему, то нам уже будет все равно, кто критикует нас, кто еще что говорит. И таким образом Шрила Прабхупад говорит, что Махапрабху, он показался им свое смирение, и потом он доказал, что Майвада полностью ложна, и из-за своего смирения и преданности Махапрабху сказал так, что все Майвади, они вынуждены были пересмотреть свои
убеждения и все эти 10 тысяч майавадипов, если не больше, которые были там, они изменили свое сердце. И вот они танцевали и пели в Биндумадов Мандире в Варанаси. И вот вы можете вспомнить, что те сахаджи, они говорят о себе как о последователях Шри Чайтаньи Махапрабху, но Шрила Прабхупад говорит, что они не совершают баджаны, не следуют Шри Чайтаньи Махапрабху, они отклонились от его пути. Единственная процедура, через которую можно определить, что если мы найдем, что этот проповедник следует полностью Шриле Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати и Бхактину такого, то мы должны помнить, что он совершенный проповедник, иначе его проповедь несовершенна и даст вам какой-то токсичный результат, и мы вынуждены будем страдать, как от рака. И иногда бывает, что люди больные раком очень красиво одеваются, но это просто ложное. То есть рак, он неизбежен, и как не украшайся, то все равно такой человек обречен на смерть. И вот да, путь, указанный Махапрабху, это путь к успеху, и мы, гаудии, должны следовать этому под руководством Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот Шрила Прабхупада также говорит очень важные вещи. То, что вчера я говорил, Рупа Госвами Пад выражает столько смирения и что же сказать. Hridiyasa Paranaya, by the inspiration of that Supreme Lord. Who is the inspiration? По вдохновению Верховного Господа, под чьим я пытаюсь написать эту Расамрита Синдху, как я могу. И вот здесь говорится, по вдохновению того Верховного Господа, я беру на себя этот великий труд составить Бхакти Расамрита Синдху. Я подобен цапле, как вот цапли, например, они ведут себя как очень набожные существа, но ведут себя не только так, внешне, так аккуратно ходят, не наступают ни на одно живое существо, но есть какие-то птицы, которые падали, питаются, но цапли питаются живыми существами, они ловят их своим клювом и вытаскивают их из воды и едят, проглатывают живых. О, Рам, ты говоришь, что это олицетворение милости, что эти цапли, они саду. И вот смотрите на смирение Гурварги Санатаны Рупа Госвами. Мы хотим поддерживать их уровень, их наследие. Мы не хотим, нужно получить что-то новое, мы хотим следовать наследию Рупы Санатаны Дживы Госвами Пада. И помните, я уже сказал на день явления Дживы Госвами Пада. А когда Валлабхачарья говорил перед Рупа Госвами Падой,
И вот он пришел и спросил, что он делает. Он сказал, что Бхактивинода Самхита Синдху составляет. И тот сказал, что как составишь, я возьму ее на проверку. И вот он пошел принять омовение в Ямуне, и Джива Госвами Пад пошел, спросил Рупу, что нужно и воды с Ямуны принести. И вот он уходит, и вот он, Джива Госвами Пад пошел и отругал этого человека, который выразил такое желание отредактировать книгу его Гурдава Парамхамса Шрешти Рупа Госвами Пада. И он спросил у него, какие ошибки он увидел в книге моего Гурудева, что вы хотите ее отредактировать. А кто ты? И вот сказать, это мой Гурудев, и хочу знать, какие ошибки вы нашли в его книге, что захотели исправить. И вот он начал аргументы приводить от Джива Госвами. Он полностью разбивал его аргументы, и этот человек, он обнаружил, что он глупец в сравнении с этим мальчиком, учеником Рупы Госвами. Джива Госвами, он лучший из всех пандитов, никто не мог победить его, и он, этот человек был ошарашен, видя его уровень, и вынужден был изменить свое настроение. Если вы скажете, что Джива Госвами подсказал это без смирения, то нет, Джива Госвами, он явил настоящее сравнение смирения. Вы не знаете, что такое настоящее смирение, просто заискивать перед кем-то, а внутри быть лицемером – это никакое не смирение. Чтобы восстановить достоинство Гурварги. И оспорить какие-то факты, какие-то аргументы, которые оскорбляют нашу Гурваргу. Это есть настоящее смирение. Просто позволять кому-то оскорблять Гурваргу — это никакое не смирение, а оспаривать и доказывать истину — это есть настоящее смирение. Это доказывает полностью совершенное служение силы Дживы Госвами Пада. Это было лучшим служением его Гурудева. И мы должны следовать его прямому, иначе мы не можем говорить о себе, что мы из Гауди миссия, мы просто падшие души. И вот Шрила Прабхупад, он говорит перед всей Гурваргой: о мои друзья, о мои шикша-гуру, я хочу напомнить вам две шлоки, написанные нашим Господом Рупой Госвами Падом в Расамрита Синдху. Мы не должны забывать их. И он со сложными ладонями говорит: я хочу снова напомнить, что вы никогда не забывали и всегда помнили эти шлоки. Если вы забудете это, вы отклонитесь от пути Гурварги, будьте осторожны, это моя просьба. И каковы эти шлоки? Это сокровенная суть Гаудия Баджана, описанная Рупой Госвами Пада. Другая шлока, она произнесена Рупой Госвами. Юкта Вайрагья, это шлока Гауди Миссии. Гауди Матха, она хочет показать нам настоящую гармоничную вайрагью, гармоничное отречение в своей наитончайшей формой, разницу между Богом и тягой, то есть между отречением и наслаждением.
То есть люди следуют либо наслаждению, либо отречению, но никто не слышал ничего о гармоничном отречении, о юкта-вайраге. Что это значит? Это ключ к нашему успеху в нашем баджане. Это ключ успеха. Если вы не сможете это воспользоваться этим ключом, то как вы сможете войти на путь этого Гауди Баджана, чтобы обрести все сокровище, которое есть в Гауди Миссии? Поэтому Шрила Прабхупада сказал, что чтобы зайти в Гауди Марг, дверь там очень маленькая. Я завтра буду объяснять это. Будьте осторожны. Войти в Гауди Миссию и в Гауди Марг, это дверь очень мала и много проверок по пути, которые будут проверять нас и, скорее всего, выгонят, поскольку мы недостойны быть в Гауди Матхе. И завтра я объясню это, каково... Какая-то охрана в аэропорту есть, в парламенте или еще где-то. А в Гауди Матхе гораздо больше всякой охраны и... прочих средств безопасности, чтобы никто недостойный не мог попасть в этот Гауди Марг. Откроется новый исторический мир, если я буду говорить о Шриле Прабхупаде. Мы должны понять умонастроение Шрила Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати, чтобы понять сокровенную суть его учения. Бхага с вами он. В Гауди Миссии, в Гауди Матхе есть огромное богатство, я, сидя в Ясасане, говорю это, если какие-то люди, которые говорят о себе, что они в Гауди Матхе, но не спорят и сражаются друг с другом, то я гарантирую, что они не находятся в Гауди Матхе. В Гауди Миссии, в Гауди Матхе нет никакой борьбы, никаких споров, и кто-то видит их даршан очень скверен. И такие люди не имеют права находиться в Гауди Матхе, не просто где-то снаружи. Даже если у меня будет возможность хотя бы одну ночь находиться в Гауди Матхе, это более чем достаточно, поскольку находиться в Гауди Матхе, в Гауди Миссии, значит находиться вот в этом божественном Вриндаване. В этом божественном лесу Калпавриш, где великолепное, уникальное служение Радха Говинде происходит все время, гопи и Гурварга совершают это служение. Это называется Гауди Миссия и Гауди Матхам, то место, где совершается непрерывное служение. Может, Гауди Матх очень богат, но это богатство не должно затронуть наше сердце. Пускай Гауди Матх будет очень богат, и это гармоничное отречение. Мы должны понять значение этого гармоничного отречения юкта-вайраги под руководством Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Такура, поскольку Рупа Госвами Пад говорит так. Я не принимаю никакие черные деньги от вас, но Мадхукари, если вы не даете, я приму это. И если вы с чистым сердцем подносите мне что-то, я вынужден принять это. Будьте уверены, я буду использовать эти деньги по назначению для служения, а не складывать в банке. Все, что приходит ко мне, я использую для настоящей цели Шри Чайтанья Вани и служения Шри Чайтанья Махапрабху, во всем остальном, что связано с Верховным Господом. Можно вспомнить этого Шридхара, который
продавал бананы, он был достаточно беден, и несмотря на это, треть своего заработка посвящал Гангапудзе. И он был очень смирен. И таким образом Нишкинчан Шрила Прабхупад, только Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур, он хотел дать нам пример Юкта Вараги, гармоничного отречения. И мы должны принять его учение, увидеть эту тонкую грань. Если мы отклонимся на тысячную долю процента в какую-то сторону, то мы станем боги, отреченцем, или в другую сторону, то наслажденцем. Но мы должны поддерживать баланс гармонии между этими сторонами. Но, к сожалению, далеко не каждый может поддерживать этот баланс. Если кто-то поклоняется нам, то кто-то может возгордиться и пренебрегать Гурвага, и это будет причиной падения. Это такой демонический характер у кого-то может быть, и поэтому проповедь не всегда происходит правильно, часто неправильно. И это процедура, которая показано Шрила Прабхупада и Шримана Махапрабху. Шрила Прабхупад, он проповедовал всем, даже это английская администрация. Шрила Прабхупад никогда не хотел оскорблять их. Он знал, как проповедовать. Он говорил, знал, что у них, может, нет у них представления о духовном, но в материальном мире они достигли всего, что могли достичь. Я сказал, мои друзья, приходите, откройте свое сердце и я уверен, что они знают, как уважать других. Сейчас, к сожалению, общество забыло, как уважать и выражать почтение другим. Шрила Прабхупад показал нам, что если он, он знал, что как если в каком-то обществе разучились уважать в то общество, в котором никто не уважает. Вот женщина, например, это общество, оно коррупция, деградировавшее, коррупция, испорченное общество. И вот Санатана Шастра говорит, что к женщинам нужно относиться как к матерям и дочерям, но такой философии нет в других источниках, только в Санатана Дхарме. И вот то общество, в котором мы, не в котором не выражают почтение пандитам, возвышенным личностям, а оскорбляют их из-за зависти, это общество, оно тоже, которое, общество, которое не использует должным образом человеческие ресурсы, не уважает детей свое будущее, эти общества тоже не обречены на провал, это так. Мы должны понять это. И поэтому Шрила Прабхупад, он выражал почтение различным преданным и своим ученикам. Он не видел, не относился к своим ученикам как к ученикам. Он относился как к Гуру Варге. Он давал какие-то титулы достойным ученикам. А сейчас, если появляется какой-то выдающийся способные преданные, то такого преданного хотят как-то загнобить.
как-то препятствует во всем, в чем можно препятствовать. И часто так бывает, что как эти районные врачи, если кто-то приходит на их территорию, они начинают возмущаться, что вы там на мою территорию залезли. Такие так называемые преданные тоже часто очень сильно возмущаются, что кто-то пришел на их область проповеди. И такая зависть, если она есть, то это она убьет вас, она будет причиной вашей смерти, и вы не сможете стать успешными. И вот мы должны понять гармонию Юкта-Вайраги. Мы должны находиться на полностью нейтральном уровне. Мы собираемся служить Верховному Господу, и мы не должны думать о нашем наслаждении или о нашем отречении. Нужно все занимать служение Верховному Господу. Мы должны отречься как от наслаждения, так и от отречения. Если мне, например, нужно ехать в Европу, чтобы говорить, чтобы проповедовать там, и если придется одеть какую-то дорогую одежду, то мы должны отречься от нашего отречения и принять то, что нужно принять. Вот Шрила Прабхупада говорит, что мы должны узнать о Юкта-Вайраге, и он говорил, что я могу опуститься до любого уровня, чтобы проповедовать настоящее сочетание вани учения Шримана Махапрабху. Некоторые ученики не поняли его и оставили Шрилу Прабхупаду. И вот если нет любви, при привязанности, то почему вы, если у вас нет привязанности, влечения, то зачем вы ненавидите кого-то, как, например, каких-то брахмачари ненавидят матаджи, но зачем, если вы не привязаны к ним? Шастра. Any outside people allowed inside my room? Куда-то едет, что если, что там с 10 до 10:30 можно вопросы спрашивать, все могут спрашивать, и матаджи в том числе, но если матаджи приходят, то в одиночку к Махараджи в комнату не заходить, а только с какими-то сопровождающими, с какими-то мужчинами. Что это были братья, мужья, родственники какие-то, просто брахмачари с матхой или еще кто-то. Вот, и можно спрашивать все вопросы. И вот ночью Махарадж не любит ходить кому-то домой, лучше пускай. Они сами приходят, слушают харикатху, спрашивают то, что хотят спросить. И вот Махарадж, когда куда-то приезжает, вот это объявляется. Если кто-то хочет пригласить его куда-то, либо спросить что-то. I heard from Prabhupada. И вот я от Шрилы Прабхупады я слышал не прямо, а через его статьи. Я от Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, он в то время был. Не было у него ни копейки, и вот был матх, и однажды Гуру Махарадж сказал сегодня. Сегодня он сказал кому-то, что сегодня какие-то преданные приходят, нужно хороший просад приготовить, и какой-то преданный подумал, что что-то Гурдев не то говорит, и зачем так стараться что-то делать, готовить что-то особое. И однажды Шрила Мадхава Госвами Махарадж увидел, какие-то молодые люди приехали на паломничество в Майяпур, и вот они увидели Шрилу Мадхава Госвами Махараджа, и Мадхава Махарадж, и он сказал им: «О, дети мои, откуда вы приехали?» И вот они сказали: «О, Махарадж, мы приехали отсюда, вы просад приняли? Нет, еще не ели ничего. Вот у нас, примите просад сегодня, мы вас накормим». Они сказали, что у нас денег нет вам заплатить, а Мадхава сказал, что
Я с вас не прошу денег, а прошу просад принять. И вот он пошел на кухню, сказал, чтобы приготовили что-нибудь хорошего. Ну, вообще что-либо приготовили, поскольку сначала нужно людей заинтересовать чем-то, тем же просадом. И в итоге, если вы займете их в Харибаджане, то вы должны им свое смирение Тринадапи показать и ваше служение, и это путь, с помощью которого можно завоевать кого-то. И если кто-то спросит меня, почему они любят меня, то вот за эти причины. Может, какое-то ограниченное число людей, не могу ожидать, что много людей примут меня, поскольку не все могут принять такую великую сиданту. Кто кого-то, может быть, поносит такой обильный сиданты, ну, как с едой примешь. Если много обожраться, то не сварение будет. Так и здесь. И вот Шрила Прабхупада, только он может показать нам Юкта Вайрагью, только Гаудия Миссия может показать это Шрила Прабхупада. Он приглашает великих каких-то знаменитых людей из материального общества, каких-то ученых, каких-то офицеров и прочих. И вот Шрила Прабхупада говорит, что мы должны выражать почтение всем. Может, кто-то какой-то материальный человек, но все равно нужно выражать почтение всем. Может, они духовно не развиты, но материальные качества у них есть. Может, кто-то там три высших образования имеет, кто-то пять, и выражать нужное почтение, это тоже им приятно будет, и вам от этого тоже не убудет. Вот должное почтение нужно выражать всем каким-то матаджи, каким-то людям и всем остальным за их заслуги в любых областях. Но если вообще кто-то примет меня всем сердцем, то в этом случае, чтобы исправить его, я могу наказать, как можно наказать такого человека даже перед публикой. Публика может сказать, что Махарадж, например, не милостив, но если мы хотим искренне помочь такому человеку, то можно даже наказать его. Это полихало, джепапи лоджа, джепапи нинда коре, это полихало, джепапи нинда коре, тобе натри манута сриле рупоре. Бриндаванда Сакур Махашоа. И вот Вриндаванда Сакур Махашоа говорит, я привел так много свидетельств, доказательств, если кто-то будет до сих пор не поверит в славу Нитянанды и Гауранги, то я таких людей могу ударить тапком. И вот это Юкта Вайраги, это смирение, это настоящая дживадоя, которая показана в Вриндаванда Сакура. Он хочет их ударить, чтобы пыль с его лотосных стоп попала к ним на голову. Это изменило бы их умонастроение и вдохновило бы к совершению Харибаджана. И вот Прахлад Махарадж говорит такие слова. Майя сампадраджа овишекам нискинчананам нобринито яват. И вот пока мы не примем пыль с лотосных стоп Парамхамса Вайшнава, то мы не сможем развить настоящее смирение. Может, у нас много достоинств есть, но эти материальные достоинства не могут использоваться в Кришна-севе. И вот это было условие Шрилы Прабхупады, его суждение. Если я не смогу сделать что-то хорошее для вас, я не могу принять что-либо от вас. Шрила Прабхупада говорил, если вы не примете ничего от меня, то я также не приму ничего от вас. Будьте осторожны. Если вы примете что-то от меня, то тогда я могу принять от вас, поскольку это доказывает шлоку Рупа Госвами Пада, вот это.
вы не принимаете мое общение, и тогда я не приму ваше общение также. Это такое сокровенное, сокровенная суть проповеди, и поэтому Мадхава Госвами хорошо находил от двери к двери и просил Мадхукари, и Шрила Прабхупада также говорил, мы должны принимать Мадхукари от всех, чтобы использовать это в служении в нашем Гауди Матхе, и это автоматически принесет благо этим людям, поскольку мы их не обманываем, а используем все, что они дали в служении Господу, и не слушая. Иногда бывает, что какие-то люди, не слушая должным образом Харикатху от Гурваги, идут на проповедь, такая проповедь, она подобна аварии. И в итоге, как люди погибают и деградируют, так и те, кому они проповедуют. И вот в тот день я говорил на прошлой неделе, что этот материальный мир, он Кунтха Мой Джагат, а тот мир Вайкунтха Джагат. И вот тот мир, он Вайкунтха Джагат, там нет никакого гнева, зависти, какого-то пристрастия в том трансцендентном мире, а в этом мире все есть. Дама есть в этом мире, зато но из-за того, что наш даршан, наше мировоззрение не совершенно, то эти плохие качества, они есть. И когда мы достигнем Вайкунтхи, то все это негативное уйдет. Здесь, когда наше видение мировоззрения несовершенно, то мы видим даму и какие-то материальные вещи в этой даме. Это из-за влияния майи. Бхактивинода Тхакур говорит, что майя, она покрывает эту даму. И чтобы мы не могли прикоснуться к этой даме и увидеть ее. Мы можем потратить кучу денег, чтобы... чтобы приехать в даму, но как увидеть и соприкоснуться с дамой, с гуру, вайшнавами, это главное. Докуда мы должны возвыситься, чтобы ясно видеть, что это дама, что это гуру вайшнавы, до какого уровня мы должны возвыситься, мы должны осознать это. И вот этот материальный мир подобен этим джунглям. И вот кто-то едет во Вриндаван, видит одних обезьян, которые воруют очки свиней, которые испражняются везде, еще канализация везде воняет. И у многих такой Вриндаван даршан, такое восприятие Вриндавана, но Гурварга может видеть Вриндаван отсюда более четко, ясно, чем мы. Мы можем поехать в Пури и драться с народом, чтобы увидеть Джаганатха, но Гурварга отсюда может более ясно и четко увидеть Джаганатха отсюда. И в этом разница между нами и Гурваргой. Они могут ясно видеть Джаганатха отсюда, и им не нужно ехать во Вриндаван или в Пури. Как Сваруп Госвами никогда не был во Вриндаване за всю свою жизнь. Или Прабхудананда Сарасвати, он тоже никогда не приходил в Навадвипа Дхаму, но он написал Навадвипа эту аштаку и книгу о славе Навадвипы, а тот о славе Вриндавана.
И вот они вечно находятся, кто сказал, что они не видели Вриндавана или Навадвипа, они вечно находятся там. Вриндаван — это не то место, где с помощью денег или власти можно попасть. И так часто бывает, что после того, как Гурудев уходит из этого мира, его последователи с кучей денег разбегаются. Такое очень часто случается, и это называется «рукпануга баджаном» в кавычках, и «юкта-вайраги». И такая «юкта-вайраги» сделает нас просто обманщиками, вором и разбойником, хулиганом. И вот мы должны понять, как должным образом следовать пути Шрилы Прабхупады. И вот юкта-вайрагья, мы должны поддерживать эту юкта-вайрагью. Почему? Вот гопи, например, они украшаются, носят прекрасную одежду и прочие украшения. У них есть эта юкта-вайрагья, поскольку они делают это для того, чтобы Господь был доволен. Мы не должны, у нас нет права носить кучу украшений, даже одно кольцо нет права носить. А гопи, они делают все для удовлетворения Верховного Господа, и поэтому они могут это делать. Но мы часто делаем это только для удовлетворения своих чувств. И вот смотрите, юкта-вайрагья, которая показана Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати и Шрилой Бхактисиддхантой Такуром, когда в Гаудии миссии была первая машина, все люди начали критиковать, что саду на машине ездит, а в то время машина была, как сейчас, частный вертолет. Еще Прабхупада сказал, да, когда я действую как ачарья, когда я показываю процедуру юкта-вайраги, это естественно, я должен принять это. И поэтому буду ездить на машине. Люди могут прийти в храм. Я могу написать на входе, что вход воспрещен. Почему? Поскольку люди будут, иначе если так не сделать, люди будут думать, что мы какие-то дешевые саду, и в любой момент можно к нам попасть. И поэтому на воротах написано «не заходить без разрешения». Также мы должны разрушить их ложное эго и пролить милость на них. И почему Шрила Прабхупад не ограничивал Рамананду Прабху Шридхар Махараджа? Когда Шридхар Махарадж пришел в Гаудия миссию, и тогда мой Гуру Махарадж был там. Он был брахмачари в то время, а Шридхар Махарадж на английском хорошо говорил, а также прекрасно одевался, был этим то ли адвокатом, то ли что-то такое. И вот они спросили у Гуру Махараджа, вот Шрилы Прабхупады, разрешили ему встретиться с Шрилой Прабхупадой, поскольку Шрила Прабхупад знал его сердце, что он его вечный спутник. И вот каков результат, как можно понять, кто настоящий ученик Шрилы Прабхупады, настоящий его последователь. Единственное свидетельство, доказательство, что если у такого последователя находим ту же сиддханту, то же учение, те же качества Шрилы Прабхупады в нем, то это доказывает, а если нет, то опровергает то, что он последователь Шрилы Прабхупады. И вот вчера, можете вспомнить, я говорил о сокровенном смысле Панчататвы, вот в этой шлоке.
говорится, что Панчататва одна и едина. Гуранга Махапрабху, он явился в пяти ипостасях, и и вот в этой шлоке описывается, что если мы поймем эту шлоку, то мы поймем, как приходит сочетание Махапрабху во всех ипостасях, и тогда мы не сможем оскорблять нашу Гурваргу. И вот если мы поймем значение этой шлоки. И вот тот сам Верховный Господь является в пяти ипостасях, в пяти формах. Ванде Гуруна, как вся Гурварга, пытайтесь понять это. Я говорю так, как это есть, то, что я услышал от Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет комментарий: вся Гурварга, Садгуру, те, кто следует Шриле Прабхупаде, они должны быть уважаемы и почитаемы. Ванде Гуруна, не выразив почтения Гурварге, даже у меня нет права кланяться Верховному Господу. Однажды кто-то поклонился Гуранге первым, а Нитянанде не поклонился, и он сказал, что ты совершаешь ошибку. И вот Читание Бхагавате Вриндавана Дастакура это описывает, что кто-то пришел, не поклонился, а Нитянанде сразу начал клониться Гуранге, он сказал, что ты совершаешь ошибку, поклонись сначала Нитянанде и перед Шрилой Прабхупадой. Какие-то преданные, он вынужден был поклониться Бхакти Вивек Бхарати Махараджа. Я говорил о нем несколько дней назад, ему чуть больше лет, чем Прабхупаде, но возраст не важен. И вот перед Бхакти Вивек Бхарати Махараджем какие-то глупые люди пришли и поклонились ему сначала. И Бхакти Вивек Бхарати Махарадж очень разгневался и сказал, и сказал какие-то неприличные слова им, чтобы они образумились. И Шрила Прабхупада спросил, зачем он это сделал, поскольку эти преданные поклонились ему перед Шрилой Прабхупадой. И это умонастроение Гурварги. И вот в начале Ванде Гуруна, Иша Бхактана. Иша, но Бхактана, Иша Бхактана значит кто? Сивас Пандит. Иша Бхакта. Верховный Господь явился в форме Иша Бхакты. Иша Аватар. Адвайта Гасай. Иша Пракаш. И вот Нитянанда Прабху Тат Пракаш и Тат Шактир Гададхар Пандит. И таким образом в пяти ипостасях мы можем найти эту татву, панчататву, и у нас нету, не должно быть никакой возможности оскорбить их. Мы должны больше и больше почтения выражать Гурварге, иначе мы не можем совершать Кришна Бхаджан. Сакшат Хари 12. И вот Кришна Бхагаван говорит Удаве: о Удав, Гуру Таттва настолько великолепна. Мы должны приблизиться к Гуру Таттве очень смиренно, поскольку только Гуру может дать нам Верховного Господа. Мы не сможем сами без Гуру прийти к Верховному Господу.
Мы должны приблизиться к такому гуру. Много раз я говорил о гуру татве. Гуру татва — это сокровенная татва. Мы должны понять это, как выражать почтение. Даже материалисты, какие-то учителя приходят сюда, я выражаю почтение ему, называю его на «вы». Может, он, ему 28 лет всего, но он как бы учителем работает, и все равно почтение надо выражать. Но если я вижу, кто-то оскорбляет гурваргу, если, то никакого почтения таким людям я не оказываю, а отвечаю должным образом, чтобы опровергнуть его слова. И вот Шрила Прабхупада говорит, если мы... То есть кто-то защищает, кто-то оспаривает тех, кто оскорбляет вайшнавов, это и есть настоящая вайшнавата. И вот день за днем я могу объяснять это, и вы поймете эту сокровенную тайну баджана. Если мы не сможем следовать этому, то не сможем совершать баджан. Если мы будем бегать здесь и там, то я не... Отвечаю за вас. А если вы будете следовать Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати, то тогда я возьму всю ответственность за вас. Различные апасиданты вокруг случаются. Кто-то говорит что-то против сиданты Шрилы Прабхупады и против сиданты нашей Гурварги. Если мы будем, мы должны следовать той сиданте, которую дала нам Гурварга, а не производить свою. Я уже сказал, а тот, кто говорит неправильно, но тот, кто обманывает людей и... Тот, кто говорит неправильно, он и те, кто слушает его неправильную сиданту, его ложь, они все отправятся в ад на бесконечное число времени. Лучше, если у нас не будет никакого гуру, чем в какой-то день мы обретем гуру. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что вам не нужно бегать здесь и там, чтобы побыстрее гуру найти. И вот Шанкар, великий Шанкар Бхагаван, великий Ачарья, говорит о Деви, о Парвати. Ты можешь найти так много, бесчисленное число гуру, которые забирают деньги и уважение и почет от своих учеников. Но они никакое благо никому не могут принести. Есть так много, бесчисленное число гуру. Но эти гуру только забирают деньги, и уважение и почет от своих учеников, но никакое абсолютное благо они не могут принести. Сам Махадев Шанкар Бхагаван говорит об этом. He is crying, O Gurudev, set me. Yes, only and only Paramahamsa Sadguru. И только Парамахамса Садгуру, он может спасти нас. Он может. Blotting paper, you know? Don't know? Previously, when I was child, that time Pala or they used to give blotting paper. I started writing with fountain pen. Sometime ink coming, you know, more ink. That time the writings become. Destroy, then we put the one piece of paper is there is called blotting paper. If we put, then automatically that extra water or you know can go. This is called blotting paper. This way. И вот Махарадж приводит пример с промокашкой. So this way. То что. Как только мы приблизимся к Садгуру, к могущественному Садгуру. Мы можем взять, он может забрать все наши грехи, всю вашу плохую карму. Он за часть секунды это все разрушит и
избавит вас от всех ваших грехов. И это Сиддханта Шрилы Прабхупады. Настоящий садгуру никогда не дает дикшу никому, оставив его в прежнем положении. Настоящий садгуру никогда не дает посвящение никому, оставив его в предыдущем состоянии. То есть, когда он получает посвящение, садгуру сжигает его всю карму и все прочее. Только Шрила Прабхупад может говорить об этом, и другие избегают всяческими путями этой темы. Садгуру никогда не дает посвящение, оставив своего ученика в прошлом в таком плачевном состоянии. Первое условие дикши – то, что Гурудев забирает все неблагоприятное из нашего сердца и очищает его. Все, что вы совершили до этого момента в этой жизни, в уме, физически или так или иначе, это все сгорает. И такова процедура настоящей дикши. Что такое дикша? Это главная процедура дикши, через которую вы потеряете всю вашу скверну, все греховные действия, ваше сердце очистится, и вы разовьете дивьягьян, трансцендентное божественное знание. Если нет, то что за дикшу вы получили? Кто-то дикшу, может, 40 лет назад получил, но откуда он получил и как? Что 40 лет прошло, и вот он говорит, что жизнь испорчена, но даже слово «испорчено» такие люди часто не могут произнести такого его настроения. Кто-то живет. Вот мне говорил один человек, он уже 40 лет в Гаудимадхе живет, ученик Бхактидайта Мадхугасе Махараджа, что жизнь его уже испортилась, сгорела, точнее говорит. Вот, к сожалению, такие люди приходят тоже в Гаудимадх только поесть и поспорить друг с другом. А почему это случается? Поскольку мы не следуем Шриле Прабхупаде и не выражаем ему должного почтения. Если бы мы следовали, этого бы никогда не случилось. Это невозможно. И вот таким образом мы должны понять, что такое Юкта Вайрагья. И завтра я буду говорить дальше. Гора Пурнима приближается, и я должен всю сокровенную Сиддханту о Гора Аватаре рассказать. И вот та шлока, с которой я начал. Калу Наражан Джагатам Парам Гурум Тилоконатха Натапад Панкаджам Прайнамарта Бхагавантам Ачютам Джакшанте Пасанна Бибинна Четаса Ванчакалпатару Сигвас.